Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя диета огородника. Сегодня вторник, 6 ноября, и у нас второй день диеты. Он особенный, потому что в этот день у нас на завтрак кофе и сухарик, что очень редко в этой диете хлеб присутствует. Потом на обед рыба и салат капустный, как обычно. Но вот ужин будет говядина отварная 200 грамм и стакан кефира. Именно про говядину я хотела поговорить, потому что сухарик, ну сухарик приготовить может любой. Я беру сразу вот такую упаковку, черный батон резанный. Вот у меня сибирский, у вас какой-то там местный, наверное, будет. Без духовки просто раскладываю на листик в течение, ну там недели, 5 дней он засыхает. И потом в этот же пакет закрываю, чтобы он не отсыревал. И по одной штучке, когда мне нужно, достаю. Вот такого пакета хватает на несколько месяцев. Про говядину хочу сказать отдельно. Мы все знаем, что говядину отварную получить очень сложно. Ее или нужно варить долго. Ну, 200 грамм говядины сварить очень, ну как, проблематично. Не будете же вы в кастрюлю или там в мультиварку ложить 200 грамм говядины и кипятить ее. Я делаю так. Конечно, есть еще один способ. Можно, когда вы отвариваете суп на общий стол, например, там кости для супа или еще что-то, можно туда бросить свою говядину, а потом ее достать и скушать. Но я делаю по-другому. Я вот этот кусок, который беру на неделю, я вам показывала, разделяю на две части и хорошо-хорошо его отбиваю, чтобы он, ну, совсем был как бы все ткани поврежденные, чтобы он был как бы пережеванный такой. Вот когда я его отобью, одну вот эту часть я положу в заморозку, это будет у меня на второй день диеты, там когда-то, какой день, не помню, в пятницу, что ли, сейчас посмотрю. Курица, курица, рыба. Так. Даже не могу... А, вот в четверг еще будет говядина. Она у меня будет в четверг. А эту, отбитый такой вот хороший, прям такой, как изжеванный, вот этим молоточком, укладываю на сковороду, на маленькую, заливаю водой немножко, там, грамм 150-200, и закрываю крышкой и на огонь. Буквально за 10-15 минут вот такой хорошо отбитый, такой дырявый, изжеванный кусок говядины, он сварится, он будет уже готов. И никаких проблем в приготовлении говядины у вас не будет. Только не забудьте, когда будете отбивать, конечно, закрыть пленочкой вот этой, чтобы мясо не брызгалось, чтобы был чистый молоток и чтобы было все вокруг. Ну как, чтобы вам потом второй раз не было. Некоторые начинают, когда отбивать, извозятся, а потом не хочется второй раз уже так делать. Вот так вот закрываете пленкой очень быстро, очень эффективно, и вы можете приготовить говядину свою, 5-10 минут поотбивали, 10 покипятили, все, 20 минут. Вот это самое сложное блюдо из всей диеты, потому что если до этого я говорила, что остальное все готовится легко, непринужденно, там рыба, она 5 минут, вот это немножко потребует от нас небольших усилий, но все равно согласитесь, это не так сложно, как отваривать говядину в воде обычную очень долго, она же грубая, потом не жуется. Это мясо будет нежное, принежное, такое хорошее. Иногда я даже делаю так, что оставляю и этот бульончик побольше воды наливаю, потому что, чтобы горячего немного похлебать, вот в чем отвариваю и еще съедаю этот бульон. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это очень коротко о втором дне диеты.